Началась проверка. Правоохранители расследуют обстоятельства пожара на ямальском заводе «Газпром-переработки». Передумали. На депутатских слушаниях так и не рассмотрели новую структуру мэрии. Данный вопрос он был перед данными слушаниями отозван с рассмотрения. Раньше срока не сдадут. У подрядчика возникли проблемы при ремонте дороги на улице Маяковского. Только плитка будет, будут сразу же выполняться работы. Снова медаль. Борец из Югры завоевал бронзу в Олимпийских играх в Токио. Олимпийский чемпион по тэквондо Максим Храмцов в интервью СТВ рассказал о цене своей победы. Врачи мнения разошлись. Здравствуйте, это программа «Новости Сургута». В студии Данил Прилуцкий. Все подробности после короткой рекламы. А вы уже прошли диагностику функционального состояния мозга? Записывайтесь на электроэнцефалографию. Современный, информативный способ диагностики. Просто, быстро, безболезненно. Медицинский центр «Югра». Ваше здоровье в наших руках. По факту пожара на заводе «Газпром-переработка» в Ямало-Ненецком автономном округе прокуратура начала проверку. Правоохранителям предстоит выяснить, соблюдались ли на предприятии правила промышленной безопасности. Кроме того, в прокуратуре оценят размер ущерба возгорания для окружающей среды. Из-за ЧП время...